сегодня воскресный день, сели завтракать после богослужения, все ходили, освещали у Игоря Барабаша зерносклад, попросили сорвать арбуз какой-нибудь, первый арбуз. Первый арбуз, не знаю. Какой сейчас, 24-й? Сладость-то есть хоть какая-то? А? Сладость есть какая-нибудь? Конечно. Сладкий очень. Мягкий такой вкус. Очень хороший. Более соленый плод. Очень вкусный. Вот я говорила. Все равно рановато еще. Сюда, сюда, сюда. Максим сейчас колорадский жук съест вместе с коркой все. Сгрызет. У нас творожок, макароны. На первый был супчик со сливками. Лепешки, хлеб, салат, помидоров, луком. Вот сейчас едем мы после еды. 12 начинается занятие, по слову Божию. Оттуда прямо на машине попросим брата Николая Георгиевича открыть гараж, вывести газель. Прямо оттуда с собой возьмем ведерки и на каренду. И Осипу я сказал, он согласен. Опять на каренду. Так, слава Богу за все. Какой точно? А есть скорее ешь. Спаси Христос, кто помогал. Да, спаси Христос всех. Сестер. Сергей. Сестер тоже. Сестры, сестры помогали полоть. Там. Ого. Ольга, другие там сестры. Ну их нету, как переслать их. Светлана. Да как? Никак на она. Картинку показать только. Слава Богу за все. Аллилуйя.